Всем привет! Меня зовут Алена Илюшина, и я преподаю в очень крутой танцевальной студии «Талант-центр EDC». Преподаю я здесь такое направление, как фитнес. Поэтому, если ты хочешь иметь красивое, стройное тело, приходи! Каждую тренировочку очень важно начинать с хорошей разминки. Для этого буквально уделите хотя бы 3-5 минут вашего времени. Как нужно начинать? Я вам сейчас покажу. Начинаем все очень просто с головы. Делайте наклоны вправо, влево. Любая девушка мечтает о красивом, плоском, рельефном животике. Поэтому сегодняшняя тренировка посвящается именно прессу. Итак, сегодняшний комплекс у нас будет состоять ровно из 9 минут. Но не простых 9 минут. На эти 9 минут у вас будет всего лишь 3 упражнения. Как вы их будете делать? Первое упражнение у вас состоит 50 секунд. 10 секунд вы отдыхаете. Второе упражнение 50 секунд, 10 секунд отдыхаете. Точно так же третье. Итого 3 упражнения по 1 минуте 1 круг. У нас с вами 3. Ну что, будем пробовать, ведь при регулярных тренировках у вас обязательно будет результат. Итак, первое упражнение у нас. Мы с вами ложимся на пол. Корпус плотно прижимаем к полу, так, чтобы не было расстояния между поясницей и полом. Максимально прижато. Ножки на ширине ваших плеч поджимаете к себе, чтобы ваши пяточки твердо стояли на полу. Корпус подворачиваем вверх. И при поднятии нашего корпуса вверх, ручки мы держим ровно. На каждый счет мы с вами делаем небольшие скручивания. Доставаю ножку. Раз. Другая сторона. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И так у нас 50 секунд. После того, как вы закончили, опускаетесь. И у вас ровно 10 секунд для того, чтобы отдохнуть и занять позицию на следующее упражнение. После того, как вы с вами сделали первое упражнение, 10 секунд отдохнули, приступаем сразу же ко второму. Какое же второе? Конечно, это планка. Без нее никак. Становитесь в планочку. Ручки на уровне вашего плеча. Животик подтянули, ягодички напрягли. Ровненько. Ваш взгляд смотрит параллельно вниз, перед собой. Опускаетесь на локоточки. И на каждый счет делаете скручивание. Вправо, влево, вправо, влево. И так ровно 50 секунд. Итак, после того, как мы с вами закончили с планочкой, 10 секунд отдыхаете и занимаем с вами сразу следующее положение на третье упражнение. Опускаемся на пол. Ножки, как и в первом, вы придвигаете к себе, чтобы пяточки твердо стояли на полу. Ручки уходят за голову. И на каждый счет вы соединяете локоть правой руки с коленкой левой ноги. Это раз. Локоть левой руки с коленкой правой ноги. Это два. Самое главное, не забывайте дышать. И держать свою поясничку прижатой к полу. На это упражнение у вас ровно 50 секунд и 10 секунд отдыха. Поехали! Ну что, мы с вами закончили все 3 упражнения. На это у нас с вами ушло 3 минуты. Это был один круг. И начинаем с вами сначала. Ровно 3 круга, 9 минут. Итак, на сегодня мы с вами закончили. Наша тренировка с вами состоялась ровно из 9 минут. За это время мы с вами успели сделать 3 круга. 3 круга крутого пресса. 100
100% даю, что вы успели его прочувствовать, прочувствовать каждую мышцу своего животика. Если же вам что-то было непонятно, вы всегда можете промотать видео сначала и посмотреть его еще раз. А самое главное, помните, что красивый рельеф на вашем теле, на вашем животике зависит от сбалансированного питания и, конечно же, регулярных тренировок. А я вас жду на своих тренировках каждый вторник и каждую пятницу с 10 до 11 в очень крутой студии «Талант-центр DDC».